И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Гусанёк, Виньяра, Пика, Форум и Тучка. Всем привет. Салам алейкум, братья. Здравствуйте. Всем здорово, йоу. Сегодня очень классная рубрика, мы будем уезжать на машинах от монстров Poppy Playtime. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Его можно сбивать? Так это что получается, мы сейчас будем его просто мочить? Пацаны, ну вы поняли, да, что делать? Пацаны, я сейчас рискну его сбить, смотрите. Разгон. Все, мы его сбили. Не, ну все, значит все, я же сказал, что будет тяжело. Мы убийцы. Ребята, это тот случай, когда рубрика поменяла свой режим на лету. Теперь, получается, Poppy Playtime выживают. Получается, силы равны. Он может нас убить, и мы можем его убить. Блин, он уклонился. Он просто уклонился в последний момент. Ой, пика, пика. Ё-моё, мама звонит. Я его не сбил. А чё я сквозь него проехал? А это баги Гаррисмода. Забей. Ой. А пацаны, ну, мы друг другу мешаем. Мне колёса поворачивают. Щенок. Давай теперь мы сделаем по-другому. Мы будем все за монстров, а Кирилл Геймер будет на машине ездить. Ой, ну все, Кирилл Геймер, ты готов? Да. Все, можешь уже разгоняться. Пацаны, выдвинулись. 3, 2, 1. Охота Старбил. Началась. Кирилл Геймер, ты должен повыживать очень долго. Я убил. Да, бежит. Я уже? Все. Как быстро-то. Кирилл Геймер, давай тебе еще одна попытка. Это легко. Я сам не понял. Я с него километр ехал, и он меня как-то достал. Ну это твои проблемы. Как ты ехал, ты проиграл. Надо просто его опередить, а потом уже убивать. Так, не трогайте. 3. Ой. Нет, стой. Подождите, не будет 3, он даже не может поровно ехать. Он даже в поле врезается. Давай, 3, 2, 1. Полетели! Охота началась, Родео, на человека. А, все, бля. А что? Нет, он еще ездит, пацаны. Ой, он убивает наших, вот, все, он прилобался. Все, убили его? Да. Ну что, иди сюда, щенок. А блин, почему меня убивают постоянно? О, все. Я его убил. То есть получается вообще нереально выжить, что ли? Не, можно просто давать время уехать. А, ну все, согласен. Хорошо, поддерживаю. Ну давай. Кто там выиграл только что? И Тучка. Давайте так. Короче, ты когда отъедешь, просто скажи, я готов, когда будешь сам уже готов. Давай. Ок. Давай, иди отсюда. Ну тут только катнеп, это очень, он капец читерский. Ой. Я готов. Ну так, давайте, пацаны, он готов, понимаете? Отсюда идем. Окружаем его. Смотрите, толпа просто разъяренных монстров. Разбор. Не, ну я понимаю, что ты хороший водитель, но не настолько же. Блин, колесо пробили. Колесо. Прикольно, повредить можно машину. Он не умер, я не умер. Я просто наблюдаю со стороны, как машину уничтожают. Вы сами себя убиваете. Это ж хорошо. Молодцы, ребята. Сейчас, когда они все друг друга поперебивают, я его замочу. А, все. Нет, не убили. Не убили. Давай, живи. Ого, просто окружили, затоптали монстры. А его внутри нету. А в смысле? Его внутри нету. Меня реально нету, слышите? А где ты? Колёво стал падать. А я в машине, меня нету. Что за цыганский фокус, ну? Всё. А нет, не всё. Его убили. В машине. А, ну всё, убили. Ну а вот я есть, я вот был в машине, странно. Ну всё, ты специально ввёл чит-код, чтобы побеждать. Да, кого там? Я убил его. Чё? А меня за что? Вы там друг друга жрёте просто. И меня убили зачем-то. Это целое Родео, кто же его быстрее убьёт? А Тио? А я застопился. Он меня убил, уже убили. Хорош, я вижу. Ну всё, вы чё, вообще ездить не умеете? А в машине нет. Есть он. Ой, меня съели. Я забыл. Блин, иди сюда. Он ещё живой? Нифига себе. Слышь, ты что, самый мощный тут? В GTA-шку переиграл. Ага, я понял. Слайдил. Так, а почему Гаррисмод до GTA? Ну то ладно. Извините. Сам поиграл много. Вот. Ну, практически. Вот у нас есть лидер этого ролика, который очень хорошо ездит, нигде толком не врезается. Но это не означает, что его сейчас не убьет. Но он молодец. А смотри, да, дрифтует? Красиво дрифтуна дает. Пацаны, я не он. Молодцы, кто? Все. Ладно. А он сейчас в воду реально поедет. Ну я знаю, он такой, он же гусь. Да блин. Ох, вы меня жалу, я... Смотри, я думал реально... Съели? Убили, да. Все. Гусанёк, я думал, ты дольше будешь выживать.
кого-то закрашенный был, как надо. Пацаны сказали, чтоб я был на машине. Я с удовольствием. Давайте. Пацаны, я готов. Просто толпа. Я тебя убил. Да? Нет, я вот езжу еще, нет. Как это ты. Я пропала. А у Димы моделька пропала реально. Да. Ну я в машине, видите, нет, управляю. Убили тело, но не убили душу. Не убили душу. Гениально. Давайте и священника звать. Экзорциста. Пусть изгоняет духа из машины. Конечно. Я не понимаю, вы не можете не убить меня. Понимаете, вот профессионал, понимаешь? Вот. Понимаешь, Дим, лидер. Вы плеер-модельку убили. Ну, а дух, я же говорю, экзорцист. Ну, машину. Теперь мы твою машину должны сломать. Окунись ты воду. Нет, так у вас, у нас же у баг такой был, так у меня у кого-то из вас? Да, да, он, у меня он тоже из машины вылез, и мы его убили. Ну вот. Именно из машины, когда у меня... Он не вылез. Я вылез тогда. Ну, дайте тогда вылезу и заеду, в машину. Только стойте на месте. О, ну вот. Есть. А как отъезжай, это работает? Отъезжай. А что так? Я не знаю. Ну все, давайте, пацаны. Наверное, анимация запускается, поэтому. Да, и кто-то другой убивает. А видите, вот другой кто-то убивает из-за этого. Причем прикол как раз. Странно, конечно. Рядом со мной заспавнился. Да блин. Я вам дулю, видишь, тыкаю? Факи. Да нельзя. Капец. Ну что, пацаны, я даже не знаю, что вам и сказать. Пацаны, вы хорошие. Очень просто. Но убить вы меня не можете. Я вообще не думаю, чего так все быстро сливались, ничего не въезжаю. Оно видишь как. Извини. Оно вон что. По одному, люди, по одному. Да вы по очереди просто пытайтесь. А мне ты сбил. Да вы просто неправильно бегаете здесь. А у тебя, видимо, бак именно уже с машиной. Вот, а другую машину взять? Ну я давай. Ну ты можешь это тоже взять. Ну, нормально. Я понял. Но я уже понимал, что, видите, они думают, что теперь уже что-то с игрой забагалось, где-то что-то. Ну а что убить я не... Вначале не мог сыграть убийца, но меня потом свой убил. Я все понимаю. Я вижу, что просто, ну, нервничать начинаете. Но я еще не готов. Стой. Я не готов, а ты уже сзади бежишь. Ах ты, говно собачье. Нет. 3, 2, 1. Погнали, пацаны. Так. Убил? Все. Хорош. Ну вот, видишь? Все. Хорош. Ну, Соняк, а что так быстро? Сели. Ну видишь, они ж это только на меня. Ну крылья не выросли. А на кого еще? Ну, Соняк, ты вообще правила понял, да, режим, или ты не понял еще? Все против тебя, все. Ни одни, ни по одиночке, ни полчеловека. Говорит, видишь, они все на меня. А как ты хотел? Сейчас он врежется в стенку. Ну, как я и сказал, видите? Всё. Машина шикарная. Как и водитель, такая и машина. Какие шаки все. Просто около меня застрял чел. Бонусный раунд. Я на танке, а пацаны все против меня. Я даже не знаю, что с этим получится. Опа. А, я даже из пушки не попаду, это очень сложно. Он сквозь вас пролетает. Да блин, я его съел. Опять бой. О, можно убивать с пушки, можно. Ой. Вот это сила, когда я на танке. Сила богатырская. А вообще можно мне будет убить? А где моделька, я не знаю, вот просто не понял. Ой-ой-ой. Да опять? Я просто, смотрите. Вот это танк, реально, я всех давлю. Ё-моё. Ну да, значит, блин, вы меня не сможете убить, когда я в танке. Просто нет, всех. А ну давайте я просто остановлюсь. Вы сможете меня убить? Ну. Вы сами все убиваете, я даже ничего не жму. Вы танк расшатываете, он вас сюда дамажит. Офигеть, я ничего не жму. Вот, даже пробел нажал. Ну все, они умные, эти наши существа. Это танк, который просто убивает при прикосновении. О, моё. Руки. Никак не убить меня. Я вас сейчас попробую. Да, он меня убил. Нашел. Давайте по приколу танк ему перевернем. Давай. А кто в жизни убил? Спасибо. У меня идея появилась. Может, маленький получится убить. О, давайте монстров этот Хендерсона, давно не было. Я просто убит. Нет, пацаны, мне кажется, танк это самое имбовое оружие против монстров, заметили? А он не управляется даже. Этот не управляется. Этот не управляется, кстати. Дима, ты постой на месте.
А ну давай, давай. Надо за маленького попробовать. Нет, вы не сможете за этого убить меня тоже. А ну бей, мне жизни не тратится. Как было 10 тысяч хп, так и есть. Ай. Давай, на. Это значит, кто-то другой. Ну, мы сиреноголовый только... Мешаем. Ого, чем это вы? Нормально. Нифига себе. Это криком, что ли? Да. Это сиреной. А я перевернулся, всё. Ты ещё в танке? Да, я вот кручу дулом и стреляю, смотри, вот. Вот с пулемета стреляю. А ну ударьте меня, может я перевернусь. Сейчас маленький надо... А, он сразу умирает. Не, вообще, пацаны, никак. Не, вообще не беру. Ну, теперь мы поняли, что против них надо брать танк. Ну просто Дима под большим слоем брони сидит. А мы ну же да, не, я думал, может, я думал, монстры, они же откидывают далеко, а думал, что вот этот монстры Хендерсона, они могут откидывать. Вот, как вы это делаете? Криком! Криком. Нифига себе, ты крикун вонючий. Да, крикун. Я молоко. О, прилетел. Отлично. Да ты задрейл. Жизнь тратится от его крика, уже 7000 хп. О, это класс. Ой, я придавил. Но, а как? Я тебя убил. Ну ладно, ладно, молодец. Я подался специально. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Да, давай, папа. Bye-bye. Пока, всем. Bye-bye. Всем пока.